С какими трудностями приходится сталкиваться гражданам и что волнует местных жителей? Федерация профсоюзов Беларуси продолжает проводить правовые приемы граждан. Солигорский район посетил главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза «Белэнерготопгаз» Валерий Матохин. Вместе с председателем районного объединения профсоюзов прием провели на базе ДСК. Все желающие смогли получить бесплатные консультации на самые актуальные темы. Специалисты также рассказали гражданам, как защитить свои интересы на работе, разъяснили нюансы контрактной формы трудового договора, начисления заработной платы, надбавок, а также премий и пенсий. Чаще всего люди обращаются по каким-то нюансам контрактной формы найма, по вопросам увольнений, которые они считают, возможно, кого-то незаконно уволили и приходится разбираться, по вопросам заработной платы, ну и другим насущным и волнующим людей вопросам. Вопросы непродления контрактов вот, людей волнуют. Люди интересуются поиском работы, как лучше найти работу. Много различных ситуаций бывает, по которым приходится разбираться непосредственно на месте. С ноября консультации профсоюзных юристов проходят по отраслевому принципу. В прошлом месяце особое внимание уделили сельскому хозяйству в этом строительной сфере.